Всем привет! Снова с вами я на канале Гараж и Дача. Сегодня минус 20 с утра. Пойдем заводить гольфа. Посмотрим. У него это первое испытание, как он заведется. Хрустит снег под ногами. Так, сигналка открылась. Заходим. Садимся. Так, первым делом, значит, надо немного дать поработать аккумулятору чуть-чуть. Выжимаем сцепление, включаем. Ну что, поехали. Выключим вентилятор на всякий случай. Да, вот смотрите, минус 19 в машине. Ну и поехали. Все, завелся прекрасно. Чуть-чуть подтраивает. Поработает. Ну что хотелось сказать, раз он с полтыка завелся, значит, все здесь работает прекрасно. Для этого, как бы, что нужно, чтобы были у вас чистые свечи, чистый трамплер, хорошо работал бензонасос, создавал давление, было отрегулировано, значит, топливно-воздушная смесь, чтобы была у вас нормальная, то есть работал кислородный датчик хорошо. Также что еще? Фазы распределения, чтобы были у вас в норме. Также еще хотелось бы сказать, что такие эксперименты, если вы никуда не хотите ехать, проводить не стоит, потому что для машины это очень тяжелое испытание. Если вы никуда ехать не собираетесь, то не стоит проводить такого эксперимента. Масло у нас густое, и пленка на стенках цилиндра, ну, как бы, не совсем, можно сказать, хорошая, да, при густом масле. Вот, но машины тогда выпускали качественно, и вот вы видите, что она уже вот потихоньку выравнивается. Правда, обороты почему-то не завышенные. Видимо, все-таки что-то там. Вот она, видимо, одна какая-то свеча все-таки дешевит на и не хочет работать на полную. Вот. А может, он работает под нагрузкой. Сейчас я уже. Вот сейчас опять назад выжил сцепление, вот он более-менее выравнивается. Значит, на него создается еще при холодном двигателе нагрузка все-таки. Ну и в коробке, наверное, масло холодное. Вот такие эксперименты, да, провели. Ну и для этого, для моей машины это первое такое испытание. За 4 года у нас температура вот упала первый раз, когда я решил это посмотреть и провести. Вот уже в салоне минус 16 стало. Сейчас немного погреем, потому что нельзя так вот завести и просто бросить. Это может повлиять все-таки на... Ну, как не то, что повлиять на мотор, но это нежелательно. Ну, что, на сегодня как бы все. Чуть-чуть сейчас погрею. С вами был я на своем канале Гараж и Дача. Подписываемся. Кому интересно, на канал ставим лайки и уважаем, да, себя в комментариях. Вот уже более-менее выровнялся мотор, уже стало работать более-менее лучше. Все, всем удачи и пока.